В авиагородке взялись за ликвидацию свалок. Частное огородничество на улице Пилотов в очередной раз разгребают из груд строительного мусора. Этот отрезок улицы Пилотов и так выглядит безжизненным и пустынным. Но вот съезд в сторону огородничества и вовсе навевает мысли грустные. Они никак не связаны со спокойной пригородной жизнью. Это все скорее об одной большой свалке строительных отходов. Гипсокартон, кирпичи, доски. Кто-то как будто решил, что в огородничестве с поэтичным названием «Полет» жизнь вымерла и буквально забрасывает это место мусором. У перевозчиков полет нормальный. Грузовые машины сюда ездят как на работу уже несколько лет. Что-то из отходов садоводы растаскивают на дрова, но говорят, скоро это место просто потонет под горой городских отходов. Собаки начинают, я сразу бегу. Выгонял уже два раза. Здесь газель тоже ездит, я ее забыл. Вчера опять она ездила. Уже здесь боится, так туда ездят, вон там выгружают. Вот этот на газель, он постоянно. Я его машину, запишу вам обязательно. Он в том году возил, смотрю, и в этот. Привозят мусор, как правило, ночью. Тем, кто живет здесь постоянно, только и остается, что гонять машины. Недавно попробовали поставить шлагбаум, его хватило на один день. Непрошенные гости церемониться не стали, снесли. Кто именно причастен к этой свалке, садоводы только гадают. Мусор это строительный, вывозят его те же машины, которые привозят дрова и землю. Дрова и землю людям привозят, которые здесь живут. Это мусор от разборки, но вы же видите, гипрок лежит. У нас здесь из гипрока никто не строит, у всех дрова, дома деревянные. Комитет по благоустройству этот свальный грех обнаружил около месяца назад и поручил разбирать завалы районной администрации. Там объясняют, взялись бы и раньше, но в ведении районов этот вопрос передали совсем недавно. Теперь, чтобы разобрать эту свалку, привлекли спецтехнику, причем двумя контейнерами почти по 30 кубов каждый, дело не обойдется, завалы растянулись на полкилометра. Самое главное, что свалку уже разбирали и в прошлом году, но место остается популярным, а слой мусора только растет. Жители могут позвонить в дежурную часть РУВД, в дежурную службу администрации, сделать фотофиксацию автомашины, которая сгружает строительный мусор, бытовой, грунты, чтобы видно было государственный номер этой машины. Правда, увидеть и тем более сфотографировать номера машины ночью – задача непростая. Да и административный штраф, который грозит нарушителям, совсем небольшой, максимум 5000. Расходы на ликвидацию свалки в десятки раз больше.